бежала. Ну, я, в принципе, дождусь, пока вы придете. Он не будет мертв, не переживайте. А вот был бы у нас сейчас паладин, он бы нам бафы дал, мы были бы сильнее. Жаль, что у вас нет паладина. Очень жаль, что наш паладин гоблин. Он просто быть с нами собирает какахи. Так обидно. Паладин во вражеской команде. Олечка, Оля, 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 нам, наверное, сюда надо, наверх. Почему? Мы Вроде же вниз. там, по-моему, должны завернуть и вон туда, вон там он. Далеко. Мы спрыгнем на свес и спрыгнем прямо к квестику в дырку. Че, этого-то убьем? Короче, пошли сюда. А то он сагрится, мне кажется. Не сагрится, не трогай его. Ну, пошли поверху, ладушки. Вот змею можешь шапить. Мне кажется, или маг не выдержал? Нет, он просто этот... когда создавал персонажа с ником Тимур, с одной R, он у него выкинул его выкинул из игры. И он решил, что, видимо, ник заняли. Поэтому решил зайти и сделать с двумя R. Сейчас он еще раз попытался попробовать, пытался создать нормального, и получилось. Наверное, где-то там. О, кольчугу на Дениса выбили. Топовую. К моменту, когда Денис придет за ней. Может, ничего не нужно. Ой, танк упал. Я, конечно, не привередничаю, но почему змея парирует мои атаки? Ну, змея, она же ловкая. Ну, не настолько. Так, нам нужно доделать квесты. Ибо мне на завтра на работу. О, оживление. Теперь я могу воскрешать. Сильный получается. Я отойду на минутку. Я такая скотина сейчас буду, а? Нельзя забирать чужих мобов. Тут стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 человек. Простите, пацаны, это моё. Блять.
меня разряжен телефон и уши. И это плёхо. Мы быстро стали их убивать. Ну, попадать хоть стал по ним. Так, здесь я отойду на минутку. Сколько у него? Нужно здесь прыгнуть вниз. Он убьет нас. Нам главное сдать квест. Остальное не важно. Подожди, ты не прыгай, Оля, это что? Вот она вроде. А чё, моб нужен, да? Нам нужно квест дать. Вон там квест внизу висит, видишь? У меня, по-моему, выполненных еще нету. Два шамана мне надо. Это, видать, из-за того, что когда я помираю и бегу. Вот такой квест тебе должен. А, там типа, там же взять его, да? А, нет. Там мы его сдадим. Я понял. 1300 опыта. Умножить на 4, это что будет? Ну, мы все умрем, если что. А, ну там вот мобов много. Ну, прыгай, давай, прыгай. Ты первый, ты танк. Вроде выполнилось. Вы сделали? Я успела сдать и взять, но я сейчас умру. Что привело тебя сюда? О, сейчас стамины будет много. Встречи. Ой, у меня кошка открылась. Ура! Жесть, конечно, 20, 18 и 13. Ну, блин. Сейчас повеселее мобов, наверное, добить будем. А здесь можно шамана. А, нет, здесь можно шамана. А не тут где-то, где направо повернуть после спуска. Две штуки. Так, трогаю. Так, вот одного вижу. Кружок. Пускай бежит. Ой. Ну, по идее, три должно быть. Сейчас корни скастую. Я тут, я к вам бегу. Бля, их четыре.
сначала валить. Весело. Давай быстрее заходи. Блин, шмот ломается, оказывается. Да ладно. Ну там же серый шмот, он же не должен ломаться. А мы шамантика убили. Ты засчитала? Да, один остался. А чё их там нету дальше, вот где вот эти дроги внизу? Вот шаман. Вот он, вижу, есть. Ты про вот этого кружок? Я звездочку и ром поставила. А, вообще не где-то. А вон еще кружок, вон видишь где? Далеко. Так, ну отсюда его не достать. Ну что, идти сюда или что? Сюда, наверное. Я достала. Он идет к нам. Интересно, он соберет мобов? Нет, не задел. Денис 13 уровня. Так. Сейчас будет походу 14. Надо уже 15 Денису и регать, короче. У него 13 еще. Мне кажется, у нас может быть слишком большая разница в уровнях. Ну конечно. А, да, точно, там же какие-то инстини будут регаться. Я уж не помню, какие там. Все по-другому. Чем могу помочь? Ну, вот я уровень не апнул. Денис, тебе там еще много. Нормально. Ну, мы тогда хлам идем продавать. Угу. Че, куда мы идем? Хлам продать из сумок надо. И водой закупиться, у меня воды нет. Интересно, какой здесь стоит на кофе? Один? Да, один. Чалька.
как вот эти книги, это с ласта впадают вот, в огненной пропасти? Нет, страшно. Сердце это в середине там стоит. Да, книги страшно. Ну как, стрэш, а прям рандомно, что ли? Да. Там, с этих. А, ну они там дальше, короче, да? Дальше, да. Меня вроде как успокаивают. 23-25 уровень. И все, типа, заканчивается. Но некоторые говорят 50 почему-то. Смотрим. Да он, ты шутишь, что ли, или что? Ты не можешь такой быть, как так? Хочешь сказать, гоблин это такой отщепенец? Ты 15-й как-нибудь попробуй апнуть, не знаю, на мобах. Человек, которому еще можно доверять, пишет, что где-то 20-й. Он же, короче, какой-то остров, да, и вот ты на нем заперти, и никуда нельзя деться с него. Ну как у ДК, да. Вот это, блин, квест, я понимаю вообще. У меня, короче, появился дополнительный скилл газонокосилка. И я тут хожу, убиваю мобов, которые похожи на этих из Шалазара. Их тут полно просто сотни. Мне надо 150 штук скосить. Вот такая красотень, а. Офигеть. Еще бы уровень давали за это. Вау, вот это вообще, блин. Такая прелесть. Чего, блин, наверное? Ну что, пойдем. Да ладно. А ты спать собираешься? Что? Нет. То есть еще. Оля. А вот уже ушла, походу. И скоро её нет. Так подожди, а Оля это кто? Друид Оля? Прист. Так прист со мной бежит, вот он. На дискорде её нет. А. Сейчас прошу. Да, она хочет уйти, у нее работа завтра. Не знаю, втроем Василием нет. Если зайдем, Василием.
сделать он без меня? Погодите немного. Этот квест, это, блин, просто лучшее, что я когда-либо видел вообще. Реклама гоблинов. Тут скрипит танц реклама. Побежал уже. Сделать квест. Лучше тут группа стоит. Поползешь аккуратненько за мной по стеночке. А я уже все согрел. Там зацепили тоже, да? Тут это. Две группы стоит, ждут моба. Я спрашиваю, тут очередь? Говорит, я тут час стою. Я только спросить. Мне не нравятся гоблины. Как в Ведьмаке квеста был. Я только спросить, говорит. Один моб. И у меня будет уровень. 21? 20. 19. Да. Прикинь, по два бы сразу апнул. Вот на этом трешаке книги будут падать.
штуки аж. Е! Что случилось? Наша группа выиграла. Все? Ты можешь оттуда уйти? Он, мне кажется, шипа стал сильнее. Я пока не использовать эту способность. Ого, мне с ней даже опыт падает. Там что-то на 10 уровней разница должна падать. Или на 8. Мне пришлось. Вот у меня 15 горят зеленым. На 5 уровней разница плюс-минус. 13 у меня уже свет. А письмо тебе пришло из конюшенной? Да. А у меня исчезло письмо, что за фигня? Если ты хочешь полети, обучись, мы тебя сюда обратно засунем. На голдыне, чтобы обучиться, то во-первых, устроит потом. У меня вода закончилась. Благодарю. Могу тебе камень в обмен дать? Спасибо. Кажется, я отработаю, пройду на РТ, приду, Денис все еще будет укуплено. Мне кажется, тебе не кажется. Сагри, пожалуйста. Надо подождать. Mm-hmm.
Ну, кстати, нам еще чуть-чуть до босса. Давайте того гада запишем. А почему? Андрей бежит. Ё-моё, что это? Открой, пожалуйста, что на мне. Прислужника не бейте, бесполезно. Бейте призывателя. Всем привет. Здорово. А, привет. Как у вас дела? Да вот мобов бьем. Полностью, наверное. Умираем, и они нас бьют. Это ластник 4? Ага. У меня тоже там начал качаться. Какой ты уровень? Вроде. Надеюсь, не гоблин. А, я не, я этот орк-паладин там. Ой, как отлично. Если что, ты можешь нам писать, будем вместе качаться. Угу. Нам осталось добить секстант. Так, я пока отойду. Вам удачи. Спасибо. Прокачка. Давай, мы его доковыряем. Фух, сильная. Мне даже страшно спрашивать, как это называется. Чего? Как дела, спрашиваю? Нормально. Когда 15 ты возьмешь? Сейчас. Да? Если не просто... Прям там. Стамина бы еще там была. Че, сдавать квест или че? Нам нужно выбить книжки. Пошли все по кругу потрошить.
тут как-то охрененно домашний, не кажется? Вам доступен поиск группы для прохождения подземелий. А, 15-й, да? Фиагры. Это заклинание. О, я одну книжечку взяла. И у меня есть одна. Не магические формулы. То же самое. Значит, у него должна здесь же валяться книжечка. Оля, здесь вторая книжечка. У меня нету. У меня только одна. И вот тоже нет. Вот здесь магическая формула. Все. В этом вот трупе собирай. А еще у меня случаются наушники. Я стала с номера к себе. Скажите что-нибудь. Заклинание тьмы надо выдать. Достаю. Слишком далеко. Да лежи уже реснем, наверное.
Все мои портки уже красные. Нормально. Еще просят сомануть с острова. Оля, время. Да я вижу, сейчас добьем, пойду. Может, первый чернокнижник? Добей, которые убегают. Господи, нет. Добила, но они не умерли. Нужно больше маны. Ничего себе. Дикие ребята. Этого добить надо. Лоу хп, надо его стукнуть. Вас верю. Каждая пачка мобов — это просто испытание. Вешай на себя хватку и убегай, Оля будет бить. Блин, он уже ее бьет, зараза. Хорош. Я не жалуюсь, но он парирует все мои атаки палкой. Побегаем. Ну, это было близко. Мне нужно 200 опыта. Да, мне тоже там что-то до 16-го столько же. Я пойду спать с чистой душой. А что там у Дениса 15-го нет еще? А, еще осталось сколько? 33%. 34%. Треть. Ну, короче, уже в понедельник, наверное, да, будем по ППшкам смело. Да.
У нас вся ночь впереди. Орлы. Ну вот, вас еще догонять придется. Не, мы сегодня докачаемся. Нет. Нет? Если бы на работе комп с Вовкой стоял. Да. Я бы всем говорила, погодите, погодите, у меня рейд. Потом, потом. А где наш друидик? Я к камню пойду. Пошлите ждать с умой, я уже устала. Я пока сбегу, чай себе сделаю. В общем, может, поесть даже наконец-то сделаю, если повезет. Че, к камню пойдем или че? Так, секундочку. Да. Секундочку, если сейчас повезет, то у меня будет уровень. Нет, не повезло. Но я предлагаю бедного моба отпустить меня спать с чистой душой. Дайте ей мобика, и я... Мне не повезло. Давай какого-нибудь гулящего моба тут. Они гуляют пачками. Там где-то же босс этот стоял. Он один не сагрится. Ну фиг знает, все посмотрим. Но я вижу одного. В теории одного. Самое тупое, что меня бесит, что во время боя нельзя вытаскивать обилки. Сегодня уже второй человек об этом говорит. Благодарю. Увидимся. Не знаю когда. Ладно, завтра. Я могу, кстати, вязать кольцо света теперь. Очень. Доброй ночи, сладких. Еще не добрый, там я еще не ушла. Ходите. Мне дождаться, когда ты идешь, а потом говорить. Я скажу. Так. Я 15-й левль. Ура! А ты в каком спеке? Ретри. Типа. Пока такой, 6 талантов там. Ну, короче, я жду, пока вы докачаетесь, прихожу и говорю, выгоните, пожалуйста, выгоните меня. Полностью. И везде, где только можно. Так, что-то я тыкаю в сумон и тыкается ничего. Белая стая, лол. Нельзя применить к этой цели. Расстреливать игр этот мобов. Толпы, толпы. Он что-то делает там.
написано, что он пет. Ты чей пет там? Так, что, тебя нельзя сумнуть, получается, или что? Пробовали. Вы пробовали? Да. Ну что, тогда регать надо или что? Или не будем? Ну, слушай, пацан, она же уходила. Вот и всё. Доброй ночи. Доброй ночи. Пока. Чё, я не знаю, наверное, тоже пойду. Сейчас через часик собираться. Угу. Так, ну получается, чё? Качнулись. 35 серебра в кармане. Надеюсь, вы тут не апнете выше 40-го за этот, за сутки. Или апнете? Не знаю, посмотрим. Ну ладно.